мост через реку Химка на Ленинском проспекте в Старых Химках. Именно по этой реке город Химки и получил свое название. Длина реки Химка 18 километров. Исток в южной окраине Химкинского леса, северной границы города Химки. А устье в Москве реке у канала имени Москвы, то есть 9 километров проходит по территории Москвы, и там обустроено Химкинское водохранилище, а 9 территории Химок. Вот это Химки, старые Химки. Видны новостройки микрорайона Левобережный, такой коттеджный микрорайон, Ленинский проспект. Идет он от станции Химки до микрорайона Клязьма-Старбеева, длина 3,5 километра. А дальше дорога в аэропорт Шереметьево, микрорайон Хлебниково, город Долгопрудный, в Лобню еще можно поехать. То есть много вариантов, куда ехать по Московской области. Конечно, красиво. Мост короткий, длина 50 метров. И даже отгородили тротуар от проезжей части, то есть абсолютно безопасно. Высокий забор. Слева тоже старые Химки, уже есть поновее микрорайоны. 8 марта, Бурденко. Высокие дома, улица Академика Грушина, тоже красиво. Ловит рыбу внизу. И уже утки. Вот три новых дома. Новый жилой комплекс на Ленинском проспекте.